Для того, щоб новорічні свята залишили в пам'яті тільки приємні спогади, лікарі радять обмежити вживання алкоголю і не переїдати. Тож, готуючи святкові страви, потурбуйтеся, щоб вони були не лише смачними, а й корисними. Пропонуємо вам рецепт дієтичного овочевого супу, який подарує легкість організму та стане прикрасою святкового столу. Для этого мы возьмем изначально морковь. Нарезка должна быть толщиной порядка около сантиметра. Укладываем слоями этот суп для такой позиции, с какой скоростью варится овощ. Потом идет по твердости сельдерей. Нарезаем также порядка сантиметра толщиной. Берем цветную капусту. Тоже нарезаем ее. Лучше ее разрезать в длину, так как имеет соцветие. Эту плодоножку мы тоже перерезаем толщиной в сантиметр. Берем болгарский перец. Нарезаем ее соломкой. Берем дальше цукини. Точно так же нарезаем кубиками. Дальше у нас будет идти помидор. Сейчас с помидором я покажу, что надо сделать. Для того, чтобы его правильно приготовить, мы будем убирать кожу. Рукой придавливаем помидор и ножом ведем по досточке. Следующая позиция – это у нас капуста брюссельская. Она маленькая, как микро-домашняя белокочанная капуста. Ее перерезаем на 4 части. В данный момент мы берем зелень петрушки. Ее нарезаем грубо, наливаем воды, чтобы покрыло овощи, чтобы не был слишком жидкий суп. Варится этот суп после закипания порядка 10-15 минут. Начинаем приготовление нашего фитнес-супчика. Берем ополовник и не спеша, потому что он горячий, чтобы не облиться, заправляем блендер. Накрываем его крышкой и включаем на небольшие обороты. Сейчас мы процедим с помощью этого дуршлага суп. Все, суп готов, поэтому приступаем к его подаче. Наливаем в тарелочку горячий. Сейчас добавим растительного масла для лучшего усваиваемости овощей. Этот суп вам как раз поможет после Нового года выйти в нормальное состояние рабочего организма. Приятного аппетита! Новорічний овочевий суп. Овочі, моркву, кольорабі, кольорову капусту, брюссельську капусту, селеру, перець, помідор, цукіні ріжемо на однакові невеличкі шматочки. Додаємо зелень та заливаємо водою і варимо 15-20 хвилин. Готовий суп перемішуємо у блендері та проціжуємо. Перед подачею заправляємо невеликою кількістю оливкової олії. Смачного!